24 листопада – 9 місяців з початку Великої війни. Весь цей час наші захисники героїчно боронять Україну від окупантів та крок за кроком звільняють нашу землю. Харківська та Миколаївська області вже майже повністю деокуповані, а у цьому місяці від ворога був звільнений Херсон – єдиний обласний центр, зайнятий Росією після 24 лютого. А як змінилося ваше життя за цей час? Чи відчуваєте ви виснаженість від війни? Та коли очікуєте на нашу перемогу? З приводу виснаженості я не відчуваю, тому що якщо я буду відчувати виснаженість, я не зможу допомагати нашим солдатам, які знаходяться не тут, а на передовій. Нам всім потрібно триматися єдиними і допомагати всім якнайбільше. Як змінилось моє життя? Змінилось, напевно, відношення до країн і до деяких людей. А загалом стараюсь працювати, допомагати і максимально, як сказати, волонтерити. Коли, можливо, очікуєте на нашу перемогу? Перемогу? Та, ніхто не знає, коли буде перемога. Я її очікую якнайшвидше. Ну, я не скажу, що життя, не сильно змінилась, можна сказати, в быту. Я просто, інтернет є, поки працюю. Нахожусь тут, в Одесі, в рідному місті. Надіюсь на скорішу перемогу, як тільки може бути. Да. Тільки надіжда залишається. Жалуватися не можу. Тобто всі ми в одній лодці, вся країна. Поэтому только держаться. Ну, много поменялось. Другое место, другое. Боюсь, что там где-то квартиру мы оставили, закрыли. Которые смелые соседи, то да, как-то там присматривают за ней. Орков не было, пока, и уже их выгнали. Ну, оттуда летит все с той стороны. Поэтому не могу ничего точно сказать. Надеюсь, что там все останется. Не мог все вывезти, мы выезжали вдвоем, с двумя котами еще, и одной собакой. Это было целое приключение. Ну, в принципе, своих мы не бросаем. Поэтому приехали сюда все как компанией. А там как оно будет? Ну, посмотрим. Возвращаться пока нельзя. Холодно, голодно. 9 месяцев войны – это очень серьезно. Они на самом-то деле, кажется, что не замечаются, что это время очень быстро летит. Там было лето, была весна, и все это как-то самбурно ощущалось. А вот сейчас, когда ты осознаешь, что скоро будет год, год как длится война, и у каждого остался какой-то след за это время. Она оставила всем след какой-то. Я, наверное, с этим как-то справляюсь, потому что за все это время есть какие-то определенные рычаги, за которые ты тянешь. Это работа, это учеба. Хочешь или нет, но это все продолжается. Даже если идет война, жизнь не остановилась, жизнь продолжается. Благодаря, конечно, к сожалению, этой страшной войне многие много чего потеряли, а самое главное, много кто близких потерял. Но я считаю, что благодаря таким временам страшным можно ценить время еще больше. Потому что когда ты ощущаешь ограничения, то ты начинаешь ценить время больше и понимать, что можно сделать лучше и что можно было бы сделать, я считаю. А коли очікуєте на нашу перемогу, можливо? Скоро. Дуже скоро. Это чувствуется. Ой, ну вы глобальные вопросы задаете, когда победа? Ну, когда этот идиот повесится, ну, я думаю, что может что-то сдвинется. А пока он живой и русский народ это устраивает, то что можно прогнозировать с такими придурками? Это понятное дело, что когда ненормальные руля, то и государство страдает, и люди от этого страдают. Поэтому не сами виноваты, что они создали себе такой культ. Пусть, кушайте, как говорится, то, что вырастили.